Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой тюнер Т2 телевидение. Название видели в комплектации. Пульт, вот такая Wi-Fi антенка, она докупается дополнительно. На базаре покупалась. И если нужно, ее можно покупать, можно нет. Кабели тюльпаны, батарейки для пульта. И сам тюнер. Так, металлический корпус полностью, панель управления, сзади по выходам, что самое главное, HDMI, HD порт он называет здесь, USB выход, то есть он может читать с флешки. Вот это антенны и тюльпанные выходы. Так, сейчас мы его включим, посмотрим, что у нас отображается на дисплее. Модель вот. HD2258T2. Фирма Pentesat. Так, включили, пишет он. Здесь есть меню, каналы. Это окей, кнопка Power. Можно выключить. Вот, в режиме ожидания горит зеленый огонек. Включаете, он исчезает. Сейчас мы его подключим к телевизору. Здесь автоматически уже настроены было все каналы. Тут возможность подключения IPTV и даже возможность подключения YouTube. Вот это все здесь есть на коробке. Вот все его возможности. BEC4, кодек H264. Встроенная память, так понимаю, на 1 гиг. Возможность подключения флешки до 6. Это скорость, мегабит на секунду, наверное. Не знаю, YouTube. Full HD читает. Значит, вот. Поддержка разрешения. 720, 1080. Ну и здесь такие технические характеристики. Здесь они есть. Частота и все прочее. Кому интересно, вот смотрите. Подключаем по HDMI. Значит, вот с пульта мы заходим в меню. Тут все настройки есть. Видите, все переключается. И вот самое интересное в конце. Заходим в мережа. Мережа — это сеть. И вот здесь, как видите, есть много сервисов. Центральное окошко. Допустим, сейчас попробуем YouTube. Так, в настройках мережи, то есть сети, вы заходите в Wireless Network, ищете свой роутер и вводите пароль. Возвращаемся. Опять на мультимедиа, на мережу. Так, вот наш YouTube. Жмем Enter. Так, и здесь у нас есть вот всякие различные программы, поделенные по рубрикам. В общем, все настроено, все красиво, все отлично работает.
нормальный, хороший рабочий аппарат. Да, думаю, будет служить долго. Все, спасибо всем за внимание, пока.